Вот еще приехали ребята, такой пухленький и черный. И тут наш этот специалист сразу контролирует ситуацию. Вот они привезли гранаты, целую кучу целую. Тоже хочу вам сразу показать. Смотрите, сейчас свет поймаю чуть-чуть. Ну вот они все кривые, все треснутые, все плохо огранены, все со включениями, вообще все. Сейчас попробуем. Ну вот смотрите, видите качество какое у них, то есть потертые грани, я не знаю, как можно было так сделать. Это надо было постараться, чтобы взять и все камни полностью испортить. Но вот здесь не годится ни один. Такое ощущение, что их то ли молотком били, то ли какой-то алмазной крошкой царапали специально. Все треснутые, все со скобами, все совершенно неровно огранены. Вот вопрос. Эти люди, они знают, что я разбираюсь, что я понимаю. Зачем они все это несут? Да, они же знают, что я посмеюсь и отдам им обратно. Но, тем не менее, они вот несут весь день. Несут, и вот я весь день вот это все отсматриваю. Пакетами вот этот мусор весь.